ананас. Дмитрий Николаевич, чем мы сейчас займем Марину? Что она у нас будет делать? Ананас. 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 Сегодня мы говорим про ананас. 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 Берите нож в руку, начинайте нарезать ананас и параллельно отвечать на наши вопросы. Итак, как всегда, вначале у нас пьедестал почета. Грейпфрут. Ананас. Друзья. Ананас. Друзья. Ананас. 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 Как это скажется? И другие вопросы к ананасу. Наш герой сегодня вот такой красивый ананас. Королевский фрукт. Даже по внешнему виду. Ананас довольно колорит. И содержит особый фермент, растворяющий белок. А в гостях у нас ананас, которая нам что-то важное предоставит.